привет! С вами Полина и Алиса. Сегодня мы будем делать угощение птичкам. Мы живем в Хабаровском крае, и у нас сейчас зима, и птичкам сейчас очень трудно найти еду. Для этого мы сделаем им угощение. Для этого нам понадобится корм для канареек и клейстер. Нам понадобится клейстер. Мы его сделали сами. 6 столовых ложки муки и залили кипятком. И примешали. Еще нам понадобятся формочки для печенек. А еще нам понадобятся трубочки от фольги. Мы их просто разрезали. Получится вот такая масса. Ставим эту массу в формочки для печенья. Печенье. Мы берем вот такие трубочки, чтобы сделать отверстие, а потом подвесить на дерево. Сейчас мы сделаем второй вариант лакомства для птиц. Бумажную трубочку обмазываем в клейстере. Прежде чем их нести. Рома! Вот такие у нас угощения получились для птиц. Прежде чем их давать птицам, нужно их до конца высушить.